Этот сердечник нагревается, я его вытащил. Потрогал, он тепленький. Вот теперь немножко. Его вот так он стоит. Раньше был глубже засунут. Посмотрим, какие эффекты. Что поменялось. Вообще-то, в основном ничего не поменялось. Видели? Оранжевый его даже накалывает. Да, оранжевый даже теперь дым идет, потому что он теплый. Вот теперь лампа лучше светит, потому что всех люблю. Или может потому что вот тут вот эти это вот только взаимодействует с этими вот сюда до сюда и как будто получается что меньше коэффициент увеличения получается меньше напряжения а тут уже напряжение уже отсюда контактирует с этими ну и тут уже и контактирует, уже тут слабее взаимосвязь, но есть взаимосвязь. Поэтому такое смешанное напряжение какое-то получается. Вот это между землей. Тут потом на каждый виток тоже передается вот отсюда. Ну, доходит. Но все слабее и слабее, потому ток все слабее, напряжение все-таки передается. Поэтому как бы получается напряжение вроде бы большое, вроде бы ток передается. И что-то такое получается, что-то сказать, что...